Сегодня в Москве начал свою работу международный автосалон 2012. Безусловно, это самое главное автособытие года. Здесь будут представлены абсолютно все бренды, продающиеся на территории России, а также показаны все главные новинки этого года. Московский автосалон станет лидером по количеству запланированных премьер. Ожидается 23 мировых премьеры, 21 европейская и 85 российских премьер, которые можно будет увидеть на стенде практически каждого автомобильного бренда. Автомобильные компании представят 34 концепт-кара. 1 сентября на автосалоне состоится финиш ежегодного автопробега «Сделано в Тольятти», в котором участвуют лучшие разработки на базе автомобилей «Лада». На открытых площадках у павильонов пройдут тест-драйвы автомобилей Fiat, Land Rover, Smart и Volvo. В этом году у российских производителей несколько важных премьер. На стенде АвтоВАЗа показан электромобиль Эль-Лада, который будет выпускаться мелкими сериями. Он практически полностью сделан из оригинальных ВАЗовских комплектующих. Также ожидается показ новой версии «Лады Калины». GM АвтоВАЗ представит ограниченную серию «Шевроле Нивы». Инженеры предприятия снабдили модель некоторыми опциями, которые позволяют «Шеви Ниве» преодолевать практически любое бездорожье и даже форсировать глубокие водные преграды.